С вами канал со сложным названием dacha-club-md.ru, и сейчас мы расскажем, на чем ездит Оксимирон. Звезда русского рэпа Мирон Федоров, он же Оксимирон, олицетворяет экономическую философию нового поколения – совместное пользование продуктом вместо приобретения его в собственность. Поэтому информацию о машинах Оксимирона нельзя найти в реестрах прав на движимое имущество. Он их только арендует. В собственности у рэп-исполнителя автомобиля нет, но в клипах и на фотосессиях его можно часто увидеть на фоне крутых тачек. Логика Оксимирона в отношении автомобилей. Зачем нужна тачка, если тебя довезут куда угодно? Он вырос в Британии, урбанистика которой ориентирована на развитый общественный транспорт. Оксимирон не считает наличие автомобиля признаком самостоятельности или успешности. Друзья, у меня есть небольшая мечта – набрать 10 тысяч подписчиков до Нового года. Поэтому прошу вас просто нажать на красную кнопку «Подписаться». У вас это займет буквально несколько секунд, а для меня это будет самым лучшим от вас подарком. Некоторые полагают, что у Оксимирона нет прав, но певец в Твиттере сообщает обратное. Став известным, рэп-исполнитель ведет активную концертную деятельность. Для турне Оксимирон использует арендный автобус. Так ему с коллективом музыкантов комфортно путешествовать по стране и отдыхать после выступлений. Меняя локации мест работы, в городах пребывания Мирон пользуется такси, либо арендованными машинами марки Mercedes и услугами личного водителя. В Москве в 2019 году аренда такой машины стоит порядка 18 тысяч рублей в сутки, а наем водителя – 1000 в час. В 2017 году Мирон Федоров дебютировал в списке самых высокооплачиваемых звезд российского шоу-бизнеса по версии Forbes. Его годовой заработок оценивается в 1 300 000 долларов. С такими доходами ему доступен любой автомобиль. Но это человек той генерации, которая Uber предпочитает Ferrari и которую сменит поколение Греты Тунберг с велосипедами и электромобилями на солнечных батареях. На этом все. Не забудьте написать в комментариях, как вам такие автомобили Оксимирона. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, если бы вы хотели иметь такие же. Но если вы хотите поставить дизлайк, то объясните свой выбор в комментариях. А сейчас игра. Угадайте, что это за машина.